Со своим голосом все Сочи поднимешь. Ну а что делать? А теперь, кстати, в Сочи только и летать. Больше некуда летать. Сочи, Крым. Пижаму где купила. Спасибо, ребят. Это мне, честно сказать, по рекламе прислали. Я тебя обожаю. Ребята, вас тоже очень всех люблю. У меня очень искренние, хорошие. Ну, конечно же, есть у меня тут некоторые ненормальные подписчики, но их меньше всего. Знаете, мне нравится, когда они гонят на меня, а я захожу на страницу, они на меня подписаны. Думаю, где логика у человека? Вот это, думаю, жесть. Еще в Днепр можно нелегально. Ага, конечно. А что там делать? Там вообще с ума сойти можно. Там сейчас скучно. Я думала приехать, но... Блин, у меня батарейка садится. Сейчас, если выбьет, короче, резко у меня эфир, то знаете, что у меня села батарейка. Владикавказ, привет. Ну, Анапа, это мне была, и что-то пока не хочу. Ну, Питер можно, но там же не тепло. А я хочу там, где тепло. В колготках? Каких колготках? Вы что? Нет, конечно. Без колгот. Ты работаешь? Нет, я не работаю. Красивые глаза, спасибо, пупсики. В Ливан. Так нельзя же никуда летать. Я бы везде летала, летала. Юлька, привет! О, я за! Давай, делать нечего. Скучно, вообще скучно. Я, блин, вот одна сижу дома и вообще не хрен делать. Я, конечно же, в носках. Видите? О, как у меня огромная рука, так что было ужас. Вот мои носки. На проекте тухло. Ребят, а что там делать? Там вообще, ну, как бы, а с кем встречаться? Ребят, как я уже 100 раз вам сказала, что вы меня по 150 раз это спрашиваете? Ань, почему ты Словакия? Они же откуда я знаю? Такое я родилась. Ты мне написала, зай! Я не видела. Сейчас вы... Зай, сейчас выйду с прямого эфира, я тебе напишу. Сейчас минуту, подожди, я договорю с ними. А я же не видела, что ты мне ответила. Ты видишь, я накрашенно лежу. Вот не знаю, что делать. Сейчас, зай, все. Приезжай в Сочи.